Снег и лед увеличивают число травм пешеходов в несколько раз. Поэтому безопасная пешеходная зона – это чистая пешеходная зона. Как этого добиться? За час до выпадения осадков распределите 100 граммов реагента с мраморной крошкой для предотвращения смерзания снега. Распределяйте материал с помощью тележки или ручного дозатора. Они оборудованы вращающимся диском, который равномерно разбрасывает заданную норму смеси. Тележка распределяет реагент только при движении вперед. Когда она стоит на месте, смесь не рассыпается. Это помогает избежать избыточного применения. Разбрасывать противогололедные материалы руками или лопатами категорически запрещено. Во время снегопада убирайте каждые 5 см рыхлого снега механическим способом. После прометания распределите антигололедное средство по 50 граммов на квадратный метр. Продолжайте подметать и обрабатывать тротуары до окончания снегопада. При образовании гололеда или снежного наката распределите от 50 до 100 граммов реагента на квадратный метр в зависимости от толщины наледи. Подождите полчаса и уберите талую массу щеткой. Чтобы избежать слякоти, перед обработкой максимально удалите рыхлый снег с поверхности, а реагент используйте строго по норме. Снег должен смягчиться, а не стать водой. В конце соберите талый снег и вывезите его на отведенные для этого площадки.